рахматуллахи баракатух. Дорогие братья и сестры, сегодня хотелось бы поговорить про умру, умра-визу. И вот перед нами система, это нусук называется, нусук, где мы заходим через свой логин на этот сайт, вбиваем свои данные, у каждой компании дается здесь свое название, свой пароль, потом вбиваем вот капчу. Далее нас выводит на Google аутентификатор. Google аутентификатор тоже постоянно меняется, поэтому тут все отличаться будет, цифры. Потом мы переходим на наше рабочее окно. Вот наше рабочее окно, Мекка сервис, например, Узбекистан, УЗБ. Смотрите, Узбекистан, на каждую страну идет свой логин, свой пароль и своя система. То есть нельзя путать паспорта. Если узбекские, значит здесь должны заливаться. Если Таджикистан, значит открывается окно Таджикистан. Если Кыргызстан, значит открывается окно отдельно Кыргызстан. Нельзя смешивать паспорта. В Умре нельзя смешивать паспорта никоим образом. Нельзя в одну группу закинуть людей из России, из Узбекистана, из Казахстана. Нет, это система. Именно на каждую страну открывается филиал. Итак, мы здесь заносим. Здесь, конечно, вся статистика будет впоследствии. Это мы уже потом будем следить, отслеживать, смотреть, буду показывать, как это все работает. Пока все у нас по нулям. Никаких отчетов нет, потому что мы только-только начали заливать. Поэтому мы заходим вот в наш групп менеджмент, то есть уже настройки вот эти все группы. Вот здесь вот у нас этапы. То есть сейчас мы залили две группы, говорится. Дальше мы потом эти группы отправляем нашему оператору с арабской стороны. Арабская сторона уже проверяет. Потом в процессе, под процесс начинается уже. Потом они оплачивают, и уже вот здесь уже будет этап высвечиваться уже. Waiting for payment, да, то есть здесь мы уже ожидание платежа. Дальше потом уже, когда все, платеж прошел, Министерство Хариджия, Визарат аль-Хариджия одобрило, и у тебя выходит муфа. На основании этой муфы, вот эта муфа, ты вытаскиваешь уже визы. Какие-то ошибки будут, может быть, визы какие-то с ошибками будут, или кому-то отказ, или еще что-то. Но, в общем, уже дальше выдается виза. Здесь мы уже создаем вот группу, например, новую группу. Вот создаем группу, пишем, например, УЗБ-3, да, например. УЗБ-03, группа номер 3. Консульство какое? Ташкент. Ну, там какие-то корректировки. Компания такая-то, например, там. Компания, например, скажем, не знаю, какой. Нур Тревел, скажу, и все, да, моя. Нур Тревел. Это для себя, для того, чтобы понять, кто, чья это компания. И мы ставим уже на next, дальнейшее. Все. Команду, компанию мы создали. Теперь мы здесь уже будем заносить. То есть у нас уже лист муатамиров, паломников. И мы начинаем заносить. То есть вносить муатамира. Здесь мы что делаем? Вот здесь мы добавляем персональную фотографию. Потом здесь вакцина. Паспортные данные уже. Мы это все вносим. То есть выбираем какую-то фотографию и вставляем паспорт. Паспорт, если вставим, сразу автоматически все высвечивается здесь. Он считывает, эта система считывает с паспорта, и все тут же автоматически, все колонки заполняются. Заполняются колонки, все вот эти, номер визы, номер этого, номер паспорта, все-все-все здесь вносится, понятно, да? Все быстро прям происходит, что тут не надо вручную вбивать. Ты просто проследил, ошибок нету, все. И дальше. Окей, 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 и сохраняешь, да, сохраняешь,
Ну, так как мы сейчас никакого паспорта не поставили, конечно, он говорит, ругается здесь. Вот это не заполнили, это не заполнили. Но факт, что вот так заполняются группы. И ты дальше следующего, следующего, следующего. То есть каждого паспорт вот так вставляешь, 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 и все. У тебя в дальнейшем вот этот список, список паломников, он у тебя все есть. Вот сейчас я вернусь, например, вот смотрите. А вот у нас сейчас три группы. Первую группу, которую вот мы сейчас создали, вот это уже. Вот 37 человек, например, у нас, да, есть 37 человек. Мы здесь эти 37 человек можем увидеть. Мы их можем увидеть. И, например, вот то же самое через лист паломника. То есть мы нажимаем лист паломника, и, пожалуйста, у тебя все фотографии, все эти выходят людей. Все люди выходят здесь. Далее мы возвращаемся. Группа у нас, следующий этап, это edit, то есть проверить группу. Пожалуйста, вот здесь можем мы данные изменить или вообще удалить его из группы. Спокойно, группы корректируются. Потом мы отправляем эту группу, уже последний этап, это отправить группу на оператора. Вот если мы отправляем, все, эта группа от меня уходит, то есть я уже не могу ее откорректировать, она уходит нашему оператору, компании арабской. Она уже будет здесь находиться уже дальше, вся информация будет уже вот дальше высвечиваться. То есть пошаговая, пошагово, там оператор уже оплатит, оператор уже там в ожидании там, или вышла в МОФА, ты уже будешь все здесь видеть. И потом также ты можешь увидеть уже остальные данные людей, кто когда приехал здесь, есть, какого числа они заехали, номер рейса прибытия, дата прибытия, время прибытия, номер рейса вылета, дата отбытия, дата, смотрите, отправление, количество мутамер, действия, то есть мы это все это увидим. И иншалла, вот так начнется уже работа, когда уже первые группы пойдут, мы уже сможем второе видео записать, и иншалла увидите, что тут изнутри происходит. Это вот все, что касается умра-визы. Умра-визы. Понятно, да? Это особая система. Это вот кто хочет работать, он отправляет данные своей компании. Мы заключаем с ним контракт. Мы отправляем ему электронный договор с нашей компанией саудийской. И, пожалуйста, пожалуйста, начинаем работать. То есть мы вам открываем такое же диалоговое окно, вы будете заходить, сами заливать свои паспорта, проверять, потом будете нам отправлять, мы уже дальше будем это все вести, даете нам данные об отеле, там, да, данные об маршрутном листе автобусно, мы уже заполняем, и составляется программа, и все, встречают, автобусы встречают в аэропорту, паломников вывозят. Также здесь добавляется рауда, именно посещение рауды в Медине. Потом, что мы экскурсии еще Мекка-Медина делаем. В общем, все это через вот нашу систему Нусук. Через эту систему. Баракаллаху фикум. Ва джазакум Аллаху хайран. Хайраль джаза. Субханакаллаху бихамдик. Ла илаха илля ант. Астагфирука ва атубу илейк.